Областным управлением по государственным закупкам и коммунальной собственности проведен семинар по разъяснению особенностей госзакупок. Главным нововведением стала рейтингово-бальная система, направленная на прозрачность при проведении конкурсов. При проведении государственных закупок способом рейтингово-бальной системы значительно сокращены сроки проведения процедур государственных закупок. Если раньше на это затрачивалось около 80 дней, сейчас сроки сокращены до 3-4 недель. В целом количество проведенных закупок через РБС за текущий год выросло втрое в сравнении с 2022. За первое полугодие текущего года управлением проведено 255 процедур способом рейтингово-бальной системы. Это на 192,8 миллиардов тенге мы провели закупки в этом году. За 12 месяцев 2022 года, то есть вот как я ранее сказал, что данный способ внедрили в 2022 году, в середине года, за 12 месяцев текущего года мы провели 63 закупки на общую сумму 63,3 миллиарда. То есть рост на сегодняшний день в 3 раза. На встрече с представителями неправительственных организаций разъяснены общие аспекты государственных закупок способом конкурса рейтингово-бальной системы. На данный момент данным методом осуществляются госзакупки по строительно-монтажным и проектировочным работам. Также в ходе семинара слушатели отметили необходимость вовлеченности молодых представителей НПО в сектор госзакупок. Василий Павлидий, Алишер Шакубаев, Кокшиакпарат.